Анонс и точка до выхода 23-й серии турецкого сериала «Легенда о черном дереве». 23-я серия сериала выйдет в эфир 1 ноября. Ранее в сериале мы увидели, как Умер очень переживает из-за всего того, что уже успел натворить. Однако ему все равно нужно отправляться в деревню. Султан проводит много времени в больнице, где оказалась ее мать. Девушка чувствует себя разбитой и просто не знает, что ей делать со всем происходящим вокруг нее. Она хочет спасти Омера, да и Гюльназ просит Султан сделать все для того, чтобы Омер не пострадал из-за своей безрассудности. Но девушка не уверена, что она может что-то изменить. Султан встречается с Омером. Она говорит мужчине, что он может винить ее сколько угодно, но всегда все делала только ради него. Когда Султан приезжает в деревню, то видит, как все собрались вокруг человека, на котором висит табличка. 23-я серия сериала выйдет в эфир 1 ноября. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.